А что вы с кирбиком не играете? Что-то тут жует. Кирбик. Ну-ка, разберись с ними. Чего вы не берете играть? Кто куда? Кирбик птичкам, да. О, попала мамаша. У него свои игры, вон, к титьке прицепиться на ходу. Зацепщик. Зацепиться за титьку на ходу. Главное не слететь во время движения с этой электрички. Кирбик, все, опять-то за бортом. А, не-не-не-не, надо в эту свару. Опа, сиськи опять же. Так, хорошо. Опа, попал под замес чувак, кувыркнулся. Я же говорю, главное не отцепиться во время движения от этой электрички. Вот мопсовозня какая у нас. Существовали различные виды кораблей. Кирбик, что ты там отстаешь? Они имели форму сика, представляли собой цилиндры с окнами по бокам, но крыльев у них не было. Опа, зацепщик юный. Были похожи на летающие тарелки. У других виман были крылья, и они очень сильно смахивали на современные самолеты. О! Поиграй с висельником, называется игра. Все. Все, Роза, я в домике, да? Молодцы.